Янукович должен Украине 30 миллиардов долларов. Каждому. Нет, пока всем вместе. Но это тоже достаточно. Об этом заявил лондонский эксперт Атлантического совета Алан Райли. По его словам, именно в такую сумму обходятся все коррупционные схемы, которые, собственно, экс-президент Украины применял для того, чтобы, соответственно, похитить бюджетные деньги. Ну и посоветовал, конечно, что нынешние власти должны пытаться отбить эти 30 миллиардов в судах. Ну, кроме того, он также призывал требовать возмещения убытков, которые причинили официальному Киеву Москва. Ну, на самом-то деле, с этим никто не спорит, но это же вопрос, знаете, компетентности, опять же, той же прокуратуры. Правильно составленный иск в международные суды имеет куда больше шансов на то, что он будет удовлетворен. А это вопрос просто, на самом деле, качества юридического образования и подготовки.